Я настолько все забыла, и забыла снять, как мы собирались, и забыла снять, как мы выезжали. В общем, из меня лучший блогер, который может быть в мире вообще. Зато самое главное, я купила еды, и сейчас буду есть, потому что первым делом, вот, когда куда-то едешь, надо пожрать, конечно, а то дорога не задастся, это явно. Вот. Быстро доехали, уже светает, вот, и мы уже проехали Краснодар, нам осталось буквально 150 км где-то. Ну, короче, в этот раз мы прям доехали быстро, и только сейчас я заметила, что на мне футболка задом наперед одета. Приехали, но тут мест нет. Вот, есть одно место. Таня, ты так ждал в море, наконец. О. Как у тебя тут на айфоне какой там 100-500 Maxi Pro, не в рот там, я не знаю какой. Вот. Ой, конечно, ты не море такой... покажи, а ты скажешь, что мы на озере где-нибудь. Да мы просто в песочнице. Вот Лёва играет. Мы вообще в песочнице лежим. Вот. На морях. Сейчас, подожди. Наконец. Аня меня тут фоткает. Это будет первый мой отпуск с фотографиями. Потому что я обычно вообще никогда не фотографируюсь. Иди отец с телефоном. У меня не хуже, чем у тебя снимает. Дальше в лес. Вот. Нас везут местные аборигены. Аборигены. Показывают свои окрестности. Вот. Там сейчас мы едем на горы. Но тут не видно. Не, мы сейчас там будет еще красивее. Ты этот купол видно? Саня, ты что такой грустный? А, кстати, здесь сначала Кавказ повыше, да? Вот, начинается красота. А вы видела крест? Смотри, Саш, горы какие. Высотой посмотреть. На море, да. Красиво. Фоткаем. Ну, хоть ветерок прохладный все равно есть. Море, море. Да, да, конечно, останавливаемся. Здесь сейчас покажем ребятам, вот, да, мы ходили на скейтовую площадку, здесь круто очень. Смотрите, какая. Не, Саш, прям наверх, на гору. Мы сейчас будем вид смотреть, какой там вид.
дяденьку снимать, еле дошел. Если бы я вчера не пил, я бы нормально. Антох, садись, ты что? Еле дошел. Это называется влог во влоге. Влог во влоге. Вот там. Держи. Влог во влоге. О, она нормально курит. Все, мы приехали. Смотрите, как тут красиво. Да не знаю. А сколько стоит этот? Кто? Ну вот это. Зиплайн-то? Да. Таня возмущается, говорит, наш последний катамаран отдали, нам пришлось из-за этого стоять в очереди ждать. Да. Тетка наглая. Она говорит, один катамаран остался, Юля кричит пацанам, типа... Деньги ушли с нашими деньгами. Я стою, жду. Парень подходит, она берет, ему катамаран продает. Зачем? Мы стоим за катамараном, берет ему катамаран продает. Ладно, проебался я, извините. Да нет, просто я говорю, зачем вы, говорю, продали катамаран? Ну вы же его пропустили, я говорю, мы очередь пропустили, но не катамаран же наш отдавать. Короче, все. Мы это, блядь. Ну вот у нас катамаран. Да. Идем на катамаран. Тут мост шатается. Сашу держи. Да что он бронежилет? И что? Потом его будешь вылавливать? Ой, из воды. Ой, какая красота. Я хочу схотнуться. Вот тут вот есть диплайн. Такие. Видите, ты это скатываешься как типа по канатке. Но что-то я не решаюсь, но может пойду. Даже по ней гребли на лодке. Пусть гребут. Хорошо, поплыли. Будешь кое-что и делать. Сань, поплыли? Да. Греби давай. Давай мне сумку. Кто тут надулся, я не пойму. Потому что мама не слушает, и все. Мама говорит, сядь, пока дай папа отплывет, по очереди будете кататься. О, так прохладно. Боюсь. А можно покупаться, блядь? Можно. Я тоже думаю. В труселях, да? Ну, покупайтесь. А мы с собой-то ничего не взяли. Ну, что вы за... Взяли с Антоном. А у вас всегда с собой, да? Я тоже самое говорила, надо лодку. Борис. Мам. Нет. Папа. Мы сейчас в дерево врежемся. Можно дату даже. Не снимала. Блин. О, Юль, смотри. Ай. Наш ковешок, иди сюда. Сюда. У меня так, сейчас, тут такое дно илистое, я не могу прям. Ты пальцем бери с камеры, да. Юля, тут есть корешок, давай, залазь. Залазь, вот я на корешке сижу. Противно. Вы чё? Они уплывают! Вы чё? Идём их сфоткаем. Вот, на корешок. Такси! Такси! Заберите нас! Все, рулить не могут, можете. Все, сидят. Прямо руль. Ничего, вас зря брали, давайте. Ну вы что, газуйте. Вот у нас тут капитаны, давайте. Крутите педали. Пошли, пошли. Что, получается? О! Ну как, нравится крутить? Крутим педали. А я сейчас пойду кататься все-таки на канатке, я решилась. Я с нее скачусь. Только я смотрю, там почему-то мужики одни катаются.
похер, разрываем шаблоны, мы феминистки. Налегке, да, Юль? Да. Мужиков катаем просто без рук. Без рук налегке катаем. Куда вы едете, не пойму? Не вообще важно. Без ног, смотри, я без ног могу. Это вообще-то я хочу. Ой, мне кажется, здесь дно. Ну и куда-то это... Я думала, что все. Короче, покаталась я на этой канатке, подошла, она сломалась. Только что прям сломалась. Сказали, сделают неизвестно когда. Просто вот такая я везучая. Знаете что? Не видите, что? Ой, это большие, тот маленький. Ну и что, куда они делись? Вон они, глянь, прям на матрасе кто-то плавает, они прям рядом с ними. А, ну они там, ну тут. Капец, они заколебали. Так они еще здоровые такие. Нахер они нужны? Такие, вот это точно, нихера себе, вот это богомол. Да и убивать их. Ты че, он сейчас сюда стеганет? Боишься? Нет? Ну пойдем дальше. Большой, да. Это амаргозавр. Что-то он не живой. Не живой? Кентозавр. А это анкилозавр. Смотри на меня. Саш, уйди. Иди сюда. Нельзя за это, потому что сигнал перекрывается. Нет, нет, это лаборатория типа. Велоцираптор. Это самый злой динозавр. Иди, подойди поближе. Это трицераптор. Аккуратно, не надо. Потому что они ели только листву с деревьев, а деревья тогда были очень высокие, и листвы снизу не было. Поэтому у них такие шеи огромные. А через сколько лет они появились назад? Сколько лет назад? 161 миллион лет назад. Представляешь? Ну, я не знаю, здесь написано же описание. Какие они были. Смотри, мам. Ага. Чё, тебе, Сань, страшно? Нет. Офигеть.
Иди вставай, в яйцо залазь. Сейчас. Не в это, в пустое. А ты в другое. Сейчас я выберу какой. Да быстрее. Давай. Сейчас. Давай. Ой, детеныш вылупляется, смотрите. Детеныш вылупляется. Ой, вылупился. Человеческий только. О, это, как мы привыкли называть, птеродактиль, но называется он кетцалькоатль. 12 метров в длину. Ага.